Ой, я не ту роль, ну. Ты же Трулевскую показывал, нет? Это обычное обучение. А просто место не получится. Просто здесь у нас он путается. Пиздец, не надо так жалеть. Прости, а ты у нас больше лагать не будет? Это было бы неплохо, чтобы ты с Денечком покидывали. Рога, Камикадзе здесь. Что у тебя случилось на пуле? Поднимите Локи, пожалуйста. Сзади лежит. Здесь сразу не будет. А, комбат еще. Там на Луцине нету комбата. Поднимите Локи. Чтобы добить быстрее. Как бы успели. Кому за под силу очистить это пристанище?
пристанище нечестивости. Впереди вас ждет много опасностей. Ты поднимешь, да? Спасибо. Так, чё, Простя, Денчик похилит у нас? А нахуя туда заходить? А это не я спулил. Ну а кто? Ты один. Это поставил. Не я. Смотри, я зашел перед закрытием ворот сюда. Отойду 5 минут. Давай. А как можно вообще спулить моба, кроме РДД? Вот вообще без понятия. Я зашел сюда после того, как ворота закрылись уже. Через текстуру просто. Милик физически не может спулить босса и забежать. Они пулятся, если вы не добили еще трэш здесь. Если вы заходите туда, он автоматически активируется. Падайте. Вот давайте диваны. Типа он диван тут даже не паш. СС, типа, скиньте типа... кому-нибудь. По себе СС дал. Не, босс не заэвейдится с диваном, по идее, если там босса спулили. Да, просто снимай диван. И СС... Пока ее не убьют. Типа, у нас трэш не лестница, мы весь добили? Нет, трэш не лестница. Валю уже вы убили. Вот сын, сними диван. Там не отвейдились? Снимай диван. Снял. Они отвейдятся только, когда убьют ее. Валют ее. Они пропадут раньше. Они не пропадут раньше. Да все это вкусно. Просто кидаю диван, чтобы шмот не ломался. Все, они пропали. Поднимай. Странная какая-то хуйня. Опускаются ворота уже. Текстура. Через нее можно пройти. Не надо заходить в комнату, пока здесь не добили трэш. Локи, чем срез вроде как должен был дойти. Я таргетным рез. Отмени массовые. Отправлять быстро сбей. Ну, дозар что валяется. Давайте вот этого босса трэш. И перерыв будет. Можете резнуть? Тебя уже резнут. Рыбку поставьте, пожалуйста. Поставьте шифонер, Вайда, присуманьте. Вой, ты здесь? Он же сказал, отойду на 5 минут.
Че, какие все негативные-то? Или мне кажется? Тебе кажется. А то чуть-чуть негативом пахнет, пипел. Сейчас подожди, позитив подойдет, там по 1000 гп. Что это легкие боссы, что он не говорит особо. Брун, ты справа будешь, а Войт слева будет. Войт, сними авторежим, пожалуйста. Вага, мяка. Еще раз. Бага, только тебя ждем. Так, он здесь стоит, да? Ну, пробафайтесь, если нету бафов. И начинаем потихонечку. Войт, ты слева, Брун, ты справа. Денчик, прости, у нас летают. Чек на готовность, последняя уже. Можно еще чек на чек уже, блин. Я узнаю, где Вага у меня. Здесь он или не здесь? Он же не говорит. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Разгром схемы. Магия, усиление магии, киньте на Вальку. Короче, у меня опять клиент встал, я не знаю, что делать. Магия. Че, я полетаю? Так. Полетай. Короче, кидай мне на замену, я пошел винду сносить нахуй. Прости, прости. А, тут уже два. Все, там я не летаю. Так просто отец, тогда прыгай. У нас порталы. Там что-то есть. Там нямка, походу, летает, судя по ХПС. Разгром право. Я пока не
Пронайдите тогда стаки и дойдите первый сами. Немка. Берите и залейте. РТД справа, Валдерник. Разгром лево. Теперь залейте немножко. Денчик после этих даю лево. Гимноману сдаю. Настя, заходи в рейд вместо Прости. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Нам ДЦ нужен. Мне на ДЦ заходить? Да, на ДЦ. Окей, зайду на ДЦ. Настя опять громкая очень. Шикарный лут, правда? Топовый. Лут, который мы заслужили. Настя, у тебя есть варк? Че? Ты хочешь стать первой в мире девочкой, которая играет про товаров? Нет. Зря. Какие извращенства толкаешь? Хорошо, подожди, а тут, если я вдруг внезапно соглашусь, то какая следующая стадия грязи? Вот куда ниже можно опуститься? Паладина сделать. В смысле ниже? Ибо это высоко просто. Как это ниже? Это высшая просто степень. Высшая степень низости. Грязь будет там, где ты будешь находиться в рейд. Реальная грязь. Это тебе не ДК, не мишка. Не какой-то розовый там. Розовый у меня уже есть. Смотрите, Настя. Будет коричневый. Не хочу коричневый. Тебе понравится. Хорош. Так, это 400 завалю и за мотель. Чекнуть надо, да? Сейчас чекнуть. Все, заходим в комнату.
Мне Радвар в личку предлагает про товары оседлать. Если кого-то интересует. Радвар знает свое дело. Я думаю, твой муж не одобрит. Я тоже так думаю. Но он не узнает. Тут не надо думать. А плакать я куда побегу после этого отвратительного действия? Вытерешься протоваровским щитом. Чище я от этого не стану. Чище, может быть, и нет, но зато слушает. Тоже не факт, ты никогда не знаешь, в чем щит протовара. Почему так не любят протваров? Потому что это консервная банка. Коричневого цвета. Прости, господи. Там это полегче, то будет сейчас заплачет. Ну и пойдет на щит, щитом вытирать. Консервные банки тоже нужны. Где еще хранить обидчики? Да мне как-то пофиг. Я уже кому надо было все доказал. Это кому? Себе. Господу Богу. Господь благословил про товары. Теперь это новая нация на планете Земля. Господь — это Дезурон? Господь — это старый мудрый про товар. Что-то не сходится. Вы тут, ты понимаешь, что из нормально одетых варов ты один только про товаром играешь? Типа все уже поняли. Почему? В Джоках еще этот старый есть, которого он спектр уже давно не играет. Уже очень давно. Но уже бегает. Ну... месяца три назад я у него видел про товаров. Типа один раз не пидорас? Я не сильно заценил это. Нет, это вымирающий вид, его надо заменить. Ой, он чуть в Наксе не сдох в этом протоваре, кстати. И... Видать... Оберегать его. А вы сегодня планируете Джайна тоже убивать? Конечно. Моя как пойдет. Нас я надеюсь, 40, может 50 тут уйду. Ну, походу, тоже. Вот, знаешь, мне тоже интересно. Я Ваге написал, что я тоже сейчас через 20 минут уйду. Скорее всего, к концу РТ я не успею. И чё, приходил? Пришел на пара босса. Он пришел историю про портовара послушать. Эш. Портовар и снимаете босса не рвут. Знаешь, что было взамен? Портовар действует сразу. У Фурика, у этих, у Армсов хотя бы чарж БШ, смерть протовара просто чарж. Не-не-не. Чарч смерть. Чарч вы покинуть тело. Да, вот ты говоришь... Ну, это примерно одинаково, да? Ты говоришь по видео, по вот этому. А есть ведь видео, где протовар спасал рейд. Например, на совете. Когда нету танка, протовар чаржится, таунтит двоих мобов, которые вайпают рейд. И спасает рейд. Дайте на полного, да. Там Карина их заберет. Вар героически может спасти рейд, если вынесет осквернение за пределы платформы. Оценил шутку.
Надо вот Дезерону скинуть вот этот вот рекаунт сейчас дракончиков. Показать, как тут медведь там. Дезерону надо скинуть. Скинуть его с обрыва, сука. Дезерону надо скинуть. Пауза. Денег на лечение. Знак вопроса. Денег на протовары не надо скинуть. Его надо посадить в комнату 2 на 2. И дать акк про товары. Вообще ему надо дать аккаунт Лока, и пускай сидит, пробует, контролит это все на вторых. Я думаю, на следующий день сразу же и фикс выйдет. Да что он там это? Он там через командную строку, наверное, их банит сразу по DC. Слушай, может у него реально там просто бан там на 5 мобовых фразам работает? Нет, там только бан на 24 персонажа работает. Никто не хочет меня спросить, насколько мне комфортно под ебалом это чудовище? А мне комфортно. Ну, судя по выражению, вообще шикарно. Не испытываю ни малейшего. Щекотно. Мы разливали. Вот так кто-нибудь умеет? Просто через бедро кинул моба. И слышь, чё? Миш, сейчас сварки пишу. Смотрю, он у него фурик приоделся. Уже почти в бисе. Говорю, а как же про товар? Он говорит, не-не, я пас. Просто вспомни ситуацию с Вазелином, который забирался на спекта на протовары шмот, а потом его попросили спекнуть. И чё было? Лучше вообще не собирать, чтоб тебя даже не просили. Не, просто понимаешь, Варка это один из немногих протоваров, которых я вообще в принципе на серве видел. Там тотемы, по-моему, чьи-то стоят. И чё спекнулся, он и чё было? Так это иду. Что в хилах? Он очень долго, он полтора года на Сирусе играл именно протоваром, чтобы их в итоге апнули. В итоге, лучше забыть. Ребятушки, лучше от Денчика подальше отойдите. Он освобожденку ставит. В хилах вся пятая группа и нямка. Тебе не кажется, что Луцин слабоват для Синдрахэ? Может, лучше потанчить на второй фазе, а я похилю? Ну давай, давай так. Чё, объявите перекур или чё там? На второй фазе танчил? Ну, в Гере нет. Ты как думаешь, там не отличается. А? Как думаешь, выдержишь? Ну, если не придется перестоять, то да. Не, у меня просто шмота нету. Я просто так. У меня тоже просто шмота нет. Вот... Ну давай, может быть, нам выгоднее поставить шарящего танка, а это да. А чё вот? Скажи мне, Луцин, это у тебя на кота шмот или чё? Где? Всё, ребят, уже не надо, спасибо. На тебе сейчас одеты. На мишку, всё, на мишку. Чё, у тебя трини нету вместо Оли нормально? Так это хорошая трини. Не, у меня есть орган. Ты
типа, я не это, вы говорите шарящего танка, я думаю, что Луцинь танчился было чаще, чем я. Ну, дело в том, что Мишке защита не нужна, это раз. Второе. Все камни, без исключения, должны быть на стамину. Никаких 20 ловкости вообще не должно быть у тебя. Понимаешь? На ловкость точно не должно быть, потому что там надо на силу ставить, а все что камни стамину, ставить? Ты тогда не будешь получать агро. Что на силу ставить? Какое агро? Агро нормальное все. Пускай Луцинь будет хиле. Ну камни неправильные, это как минимум. Ты видел его за хил на Ване? Видел. Так меня же убили. Увечья у тебя не вкачаны, улучшены. У меня еще Т5 нету. Дело не в Т5, дело в том, что увечья топ агроспособность. Так ты бьешь через 3 обилки увечьем, а со вкачанным ты будешь через... Луцинь, а у тебя есть ДД спек? Просто ДД спек есть? Это у меня есть сова. Войт, а зачем ему улучшенное увечье? Просто можно Мосу хила поставить. Лучше на увечья все танки Мишки берут. Намикадзе, танчим на балконе. Ты бьёшь только под берс. Не по меткам, а просто первые 5-6 групп впереди. Блин, Варана, ну, если ты не разбираешься у друиде... На второй фазе первая в бок, вторая по центру. Или первая по центру. Нет, первая в бок. Первая влево, вторая по центру. Ой, это у меня также есть медведь 265-й. Просто в ряд. Взять это увечье не особо отличается от обычной трёпки с размахом. Ну, я всегда тоже играла до Т5 без увечья. Увечье бьётся по КД. Я до Т5 играла без увечья. В любом спеке. Это за РБК, наверное, играла. Лёша, заходишь за ДК? Вы на ком? На Синдре. В чем проблема? Ни в чем. Сейчас просто у нас по хилам решаем вопрос. И чего вы решаете? У вас Луцинь? Че, вагон что ли или че? У вас там, блядь, хилов, как не знаю у кого сколько. 6 хилов. Луцинь слабоватый у него. Ну и что? Допустим, похилит. 6 хилов идете, и все, заебись. Так, на этом боссе все абсолютно бьются пропа. Лайпаться на трэше перед принцами, конечно, сильно. Лайпаться на Вале сильнее. Ну, это тоже. А что, у нас тут АФК? 10 трупов на Вале тоже сильно. Мягко. Сопрот можно кто-то продать? Мозер, Нерсия, Вага, Розели. Побросьте мясо на пол покушать. Где? Я поставил. Вон рыба стоит. Да, я сейчас это быстро. Вот на аукционе 160. Сейчас. Продам сопрот недорого, всего 200. Комодно. Мне. Кому сопрот нужен, по 160 продам. Мозер, Розелина, Вага здесь? Розелина здесь. А кто по 160 продает? Персику обмен, пару штук есть. Мозер. Кому?
Персику. Один мозг. Персиков 160 продают. Ну, пару штучек есть, я по на аукционе покупал по 160. Какая схема у тебя, так и не понял. Да никакой схемы, чё по 200 продавать, твоим, блядь. А вот цен ты готов? Мозг. Так, все, все готовы, пьем сапроты. Сели на маунтах, даю отчет. Не вижу смысла на своих нажимать. Я не вижу смысла перед рейдом не готовиться и не брать сапрота. Ну, забыл. Забыл, что каждый день в одно и то же время РТ? Тихо у нас. Тихо у нас. Приготовились к притяжке. Опять скачок тут стоишь. Бажден к нам. Эй, сука! Я аж испугался, блин. ДПМ адмирала, можно инфаркт. Тише, РЖ, вынести мед, пожалуйста. Справа падает. Слева. Воу-воу, не разбей. Справа. Последняя, близко очень. Успеваем. Сейчас освобождаем попадет. Почти все хилы освобождаем. А ты слишком сзади стоит. Стакайте освобожденку, Брейди, не пахнет. Все хилы в освобожденке стоят. Смотрим сейчас за ним. Винчик, дай пи. Щитануть не могу, обход эти сильнее метки. Ну я что-то стал. Справа падает. По центру ровно. Готовились к притяжке, сейчас будет. 5%.
3%. Вторая фаза. Первую метку влево, вторую по центру. Геру. Тогда и хилы подальше отойди. Герб Берси вышел. Геру. Просто отец, выйди от него подальше. Просто отец. Молодец. Мосса в центр. Все от Мосса отойдите. Просто отец, ты долбоёб? Скажи мне, не разбивайте. Плакал, не разбивайте. Отойдите. Разбивайте. Троня. Это Троня. Спросили стаки разбили. Не тебя ничек. Зачетный. Кладбон. Четный влево. А за черного обвините. Сбили. Далеко поставим. Сейчас метку в центр и не добивайте ее. Отойдите. Сейчас будет паузы. Разбили вот эти две ближние. Все кто разбили. Кто из нубиков стоял под кракой? Кот какой-то. Освободили Настю. Освободили Настю быстро и добили кота. Стороны налево. Не свечитесь уже, Мили. Добили босса. Бог выношу. О, Талик. Леха, ты не про талисман безымянного лича говорил? Анкрит пассивный даю. Че, только одного на мейнспек? То, что он не подходит под описание. Розелина 800. Леха, тут Враска всю ночь не спал, думал на твоей загадке. Нет, талисман подходит, я не думал, я просто сейчас его увидел. Но он пассивный, ну, типа, он... пассивный СПД это не дает. Он крит дает. Но все равно похож. Ну, у меня только в мыслях долгонок, но он не ЛК контент. Но он не ЛКшный. Как же все сложно, да? Да. Я на боссе? Да. Можешь куклу посидеть? На синдруе плачу. Некоторые люди. Некоторые вообще в оппозиционке вообще хер на что делать. Ты стрим смотришь, да? Воет.
То, что ты там писал темку про протоваров, Дизерон написал. Посмотрю, но ничего не обещаю. Пускай лучше посмотрит как следует. Иначе я не обещаю кое-чего. Ну, отправил их в принятые, кстати. Ну, это правильно. Потому что это, сука, неправильно, блять, что протовар должен страдать. Из-за того, что там другие танки, типа, мега охуенные. Когда не было Т5, также все танки страдали, потому что ДК были охуенные. ДК всегда будут охуенные. Почему протовар? В ЗОшных боссах протовар лучше, чем остальные сет. Да не, ну протопал тоже заебись, у него блок поблаще будет. Там, где физика, протовар и протопал одинаково. Это магия, все остальные танки начинают выигрывать за счет того, что магия полностью прошибает вара. Ну, в ОКХМ, наверное, только на роботе он будет полезен. Брон... Пока. Так, мы остались. Под рулям. Нет. Тут, по-моему, один ретрик. Дело даже не в прошибаемости танков, а в агронаборе. Вот я хочу, чтобы этот момент сравняли. А не то, что, сука, Мишка дал один удар. Я 30 секунд, сука, танчил, блядь. Он один удар дал, все сорвалось, я, блядь. Вот кто в танк? Не знаю. Левку? Давайте Артемия сидит в кухне, Войтко, Войтко. Артемия, да. Посмотрю, но ничего не обещаю. Что сложного там сидеть? Я обещаю, что все будет заебись. Могу посидеть. А какой ник у танка? Бруно второго? Да. Ну пускай да, Артемия посидит на боссе, а ты посидишь, если обещаешь, все. Ну пускай. Зачетный. Ты там скоро? Сейчас я его... Рыбку ставлю. Кстати, кому интересно, на Сирусе убивал профа без сопротов. На перифазе, на ком будет зеленый дебаф, выходим в зеленую метку со спиной у вас, вон у стеночки. На ком будет красная колба, выходите в крест. Чё, Кирса в рейд? Да, Кирса запускать. У тебя 10 минут кулак, чё ты недоволен? Кир, заходи. Только это, у меня 10 минут всего. На один... Кто в танк, ты мне скажешь, нет? Сказали же уже. Его я не вижу такого ника Артемия, блядь, там. Ну так Артемия, Брун есть. Медведь Брун, это Артемия есть. Карина ее зовут. Я спросил, это Брун, блядь, тишина. Ну, я ж тебе говорю, Брун. Ты сколько времени ходишь уже с ней, и ты должен был запомнить, что она на Бруне играет. А просто здесь? Он что-то комп релогает. Или что, или сносит винду там. Ну, зависало все. Кирс. Смоньте его. Вроде не заходил. А чё вы мне за сразу забафайте его. Кушай рыбу. Просто нужно с компом.
просто сказал, что он пойдет что-то ковырять. Потому что у него два раза комп перезапустился на ровном месте. А, да, он сказал, пойду винду сносить. А меня можно поменять через 10 минут? Мне теща позвонила, попросила. Можно, но на это, на этого босса ты остаешься. Да, хорошо. Все готовы? Ходите. Почет. Я зашел в онлайн, как 1000 человек. Восемьдесят 7%. Стопните. Стоп, побос. Стоп, побос. Сбиваем слизни, все под босса бежим. Все под босса бежим. Бьем босса, переводим. Смотрим за дебафом, который на вас сейчас появится. Если зеленый, то зеленый. Заебись. Не успеем. Своим нет. Рекласт красный. Быстрее добили зеленый. Ничего не чувствую. Сейчас по нему не полетят. Это еще откуда? Все встали в центр. Кучу. Смотрим на красного. Сейчас будет появляться красный. Зеленый. Ходите подальше сейчас от красного, то вас в цель возьмет, не успеете уже. Нос. На бомбы не зли. Молодец. Вроде сбежал. Встаньте, пожалуйста. Зеленый, под зеленый. Смотрим за процентажом у босса. Пытаемся перейти на следующую фазу. Меня бежали. Да. Чё?
смотрим, на ком красный. Тридцать восемь на босс. Стоп, босс убить. Здесь бежали по нему. Бежали по нему. Меньга. Отходим на перефазу. Если можно, и нир по ДЦ. Сбежались по своим меткам. Все по своим меткам быстрее. Быстрее. Луцинь, только к зеленому близко не подбегай. Это маленькая останется. Геру дали быстрее, добивайте. Живище. Я вижу. Приказ. Что под Геры очень долго забивали. Лучше встаньте, пожалуйста. Жаль, лево. Сбьются, вернемся обратно сразу же. Новис. Бежали левее. Быстро. Быстро. Не докастовываем. 4 стака на войне. 4. Перебежали, перебежали пельмени. Кто диванит? Хил рейда. Кто диван дает? Раска. Ну так пора бы. Раска. Дай, пожалуйста, диван. Диван. По Войду, блядь. По Войду. Перебежали. Че ларете, у меня кто-то анонсил до этого или че? Забыли. Да. Четыре. Диван. Можно было не давать. Жаль. Ноль сюда. Эх. На сегодня все. Люч Джайна на завтрак. Ну, для Джайна надо оставить страховочку. Это Лич. А, то есть рейд закончен, да? А что мы час будем делать? У нас час еще есть. Нарсия, отдай печеньку обратно, пожалуйста, я тебя отдам. Зачем вы орете? Вы типа сразу не можете проанонсить? Или я сам должен догадаться, что я должен дать диван? Ну, смотри. Два паладина. Ты и Холи Пал. Кому отдавать? Холи Пал отдать диван? Есть, блядь, Рэл, который анонсит. Пожалуйста. Отдавать диван. Рэл изначально спокойно сказал, враска диван. Кому он? Была тишина, дивана не было. Он еще, а потом уже начали кричать. Если хотите, если делать нечего целый час, могу я раскрубочку сводить быстренько. Сейчас ЕП дадут. Леха, начисли ЕПшку. Разролил.